охотник. Ты все-таки сумел пробраться к нам. Ведь мой транс закрыт, насколько ты успел заметить. Я Балков. Я Вайтран. Надеюсь, ты наслышан обо мне. Кто тебя послал ко мне? Ульф и твой вестник? И он тебе точно сказал, что это срочное дело. Но все его срочные дела подождут. Ведь на нас напал дракон. А, ты для этого здесь, чтобы предупредить нас. На кого именно он напал? На Хелге? Хелген разрушен? Это не добрая весть, путник. Что ж, ты правильно сделал, что пришел к нам. Это было благородно с твоей стороны. Но если ты был там, как же ты спасся? Может быть, ты обладаешь большой силой или же быстрыми ногами, одно из двух. Как бы то ни было, нам пригодятся все твои способности. Но я чувствую в тебе магию и еще что-то неуловимое. Пусть с этим разбирается придворный маг. Ты говоришь, что Ривер вот так же в опасности? Да. Мне кажется, мы нынче все в опасности. Тебя чуть не казнили, ты говоришь. Но опрометчиво всем рассказывать об этом. Ты так легко об этом говоришь. Что ж, путник, ты услужил Вайтрану. Так что прими эту награду. Эта награда тебе еще пригодится в твоих странствиях. Прими. А теперь я сопровожу тебя к придворному магу. Тебе нужно с ним встретиться и кое-что обговорить. Ведь ты что-то таскал для него. Табличку. Ага. Вот-вот. Иди же к нему. Пойдем. А, значит, ты побывал на ветреном пике и нашел то, что я просил тебя найти. А где же твой спутник? Он убежал? Что ж, я знал, что он труслив. Но все-таки ты выжил. Там были драуги, да? Бандиты. И ты отдавил всех. То ж дай мне эту табличку. Отлично.
Именно ее я искал. Но слышал, у тебя есть какие-то другие дела, не так ли? Я даже завидую тебе. Ты будешь сражаться с драконом. О, что ж, иди, путник. Если ты мне еще понадобишься, я тебе скажу об этом. На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Пошли. Завидую. Увидеть дракона так близко. Вайтран он напал зря. Это я знаю. Наверняка. Стража Драконьего Предела говорит, что твоя помощь была неоценима для Ярла. Благодарю тебя от имени всего Вайтрана. Раньше драконов не видел и не собирался с ними сражаться. Но теперь бой с ним неизбежен. Это вопрос чести. Этот дракон угрожает нашим домам. Убив его, мы прославимся. Если вы со мной, конечно. Так что скажете? Пойдем и убьем дракона. Да. Так да. Точно. Тогда вперед. Сторожевой башни, пока не поздно. Пока никаких признаков дракона поблизости, но он явно здесь был. Да, похоже, дело скверное, но мы должны выяснить, что произошло, и не затаился ли этот дракон где-то поблизости. Разойдитесь и ищите уцелевших. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Нет, назад. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил Хроки и Тора, когда они бросились бежать. Кинарек, вон он возвращается. Вот он! Все в укрытие! И не тратьте стрелы попусту! Не стоило сюда! Ты поплатишься! Твою поражение!
это сделал. Он точно мертв. Ты погляди. Ты вернулся. Так расскажи мне, что же произошло в башне? Она также разрушена. Но дракон повержен. Но почему воины называют тебя Драгином? Дракон рожден? Что это, скажи мне? Почему так? Когда вы сразили дракона, что произошло, расскажи мне. Сила дракона пришла в тебя, словно он в тебя. Может быть, так и есть. Может быть, ты и есть Драгин. Нам это предстоит узнать. Что ж, тебе нужно к Седоборота, на глотку мира. Отправляйся к ней. Прямо сейчас. Они тебе все расскажут о драконорожденных. Драконорожденные были даже императоры. Только представь, какая сила в тебе заточена, но тебе еще нужно будет учиться голосу. Да, криком тебе нужно будет обучиться, и седобородые тебе в этом помогут. Так что дарую тебе титул Тана Майтрана. Теперь ты можешь покупать город в нашем доме. Ты можешь покупать дом в нашем городе. Но тебе нужно отправляться. До скорых встреч. Корони севера жемчужина Вайтран, ты так прекрасен по утрам и вечерам, одаришь путника прохладой в летний зной, у очага согреешь долгою зимой. В твоих тавернах люди сыты и пьяны, ряды торговые товарами полны. Спешат паломники к тебе из дальних стран, в короне севера жемчужина Вайтран.